Всем привет! Сегодня мы находимся в очень уютном месте на улице, которая называется Маяк. Я вам сейчас его покажу. Место очень красивое. Здесь вода есть. Фонтаны небольшие для детей, мост, где дети могут купаться, посадки в виде деревьев и цветов. Вот в середине очень много цветов. Возможно, вы их видели. Если честно, мы сегодня пришли сюда, чтобы заняться творчеством. Мы сейчас будем раскрашивать вот такие камни. Почему-то сегодня захотелось именно поразукрашивать. Давайте посмотрим, что у нас для этого есть. Итак, смотрите. Мы взяли с собой камни. Мы взяли кисточки. Мы взяли гуашь. Это краски, но они очень плотные. Гуашь. У нас есть баночка с водой. После того, как мы раскрасим все эти камушки, мы вам покажем, что у нас получилось. То есть, какие камушки у нас получились. Итак, девочки, вы готовы разукрашивать? Да, готовы. Да, готовы. Готовы? Ну, тогда давайте начнем. Я не хочу, чтобы все сломалось. Ты потом сам. Ну, диетография, слушай. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Посмотрите, у нас получились вот такие замечательные камни с именами. Видите, с именами. А сейчас мы пойдем домой вместе с этими камушками.